Детский квартал Новоснецова – одно из тех мест, где даже самые сложные желания могут притворяться в жизнь. Так случилось и в этот раз. В гости в 4-й дом семейного типа в преддверии праздников заглянули сотрудники Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Причем не сами, а вместе с главными новогодними сказочниками – Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе с ребятами они водили хороводы, пели песни, отгадывали загадки и даже выполняли задания из волшебной коробочки. С уважением относись к старшим, помогай. По дому никогда не ври, всегда верьте. Прямо в точку, да, прямо в точку. Ребята, самое главное, это, наверное, то, что было в самом конце, то, что вы и так помогаете родителям по дому, уважаете друг друга и заботитесь. Общение получилось очень теплым и по-своему дружеским, ведь заглянули в гости представители ведомства не просто так, а с подарочным сертификатом. Зная, что одной из юных жительниц квартала нужна зимняя обувь, сотрудники управления решили помочь в исполнении этого насущного желания. Чудеса все-таки существуют, в них веришь, и они сбываются. Поэтому наши дети очень благодарны, и мы от своего лица, от родителей-воспитателей 4-го дома нашего квартала Новоснецова, очень благодарим. Сердечно приветствуем всегда, и особенно работников судебной экспертизы, которые сегодня оказали нам помощь и открыли свое сердце для наших детей. Конечно же, весь коллектив Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области не мог остаться в стороне от просьбы детей, проживающих в этом доме. Уже стала хорошей традицией, чтобы сотрудники и работники нашего областного ведомства принимали участие в акции «Наши дети». Ведь даря детям праздник, мы сами получаем большое удовольствие и словно возвращаемся в детство. Без подарков и сюрпризов не остались и другие ребята дома. Каждый получил свой заветный набор угощений. А еще веру в то, что трудности каждого из этих мальчишек и девчонок интересны другим, что если нужно, они всегда получат свою частичку внимания и заботы, даже на первый взгляд от посторонних людей. Ведь добро, несмотря ни на что, всегда сильнее любых неурядиц.